Женщина видит во сне, что раскрытый гроб, в гробу лежит ее бабушка, то есть ее голова, которая с открытыми глазами. И ей говорят, что надо поставить в гроб камеру слежения и отследить. При разговоре мы определили, что у ее мамы стала проявляться потеря памяти. Посмотрите, голова, которая не контролирует, будем говорить, тело уже, значит, это потеря памяти. Она еще жива, голова еще жива. Она может смотреть, но тело уже не контролирует. То есть уже может со временем даже проявиться, будем говорить так, дисфункции двигательные. При разговоре у женщины проблемы с памятью, начинает она даже смеется над собой, она привязчива становится, даже в некотором слове агрессивна. Это начальная стадия именно агрессивности. Это ее мама, несмотря на то, что в гробу лежала бабушка. Она бабушка для четверых внуков. Поэтому вот здесь вот идет именно символика такая. А камера слежения, это надо отследить, посмотреть, потому что эта болезнь наступает совершенно внезапно, и она идет мягко, практически ее можно не видеть. Просто можно сказать, ну да, но человек стрессовый, немножко забывчивость какая-то идет. Да, чего-то раздражается человек. Ну, бывает такое иногда. Да, вот где-то может быть плохое настроение, может быть что-то болит и все остальное. А этот человек уже начинает с симптомом проявляться заболевание.